Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика». После публикации видео про установку щита в квартире мне стало очень много приходить вопросов о том, зачем на вводе в щит я перешел с гофры на чистый кабель. Типа в таком случае был нарушен пункт ПОЭ про сменяемость электропроводки. Напомню, что согласно ПОЭ пункт 1.7.37 скрытая электропроводка должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена ее сменяемость. Но дальше по тексту этого же пункта есть небольшое отступление. Если в строительной конструкции здания выполнены из негорючих материалов, бетон, кирпич, шлакоблок, гипсокартон и тому подобное, то допускается несменяемая электропроводка под штукатуркой, или же в пустотах строительных конструкций, например, под подвесными или натяжными потолками, как планируется в моем случае. Таким образом получается, что можно применять несменяемую электропроводку, но в том случае, если строительные конструкции выполнены из негорючих материалов. Теперь перейдем немного к практике. Добиться сменяемости электропроводки при прокладке кабелей в пластиковой гофрированной трубе практически нереально. Это скорее миф, нежели реальность. Задам вопрос лично каждому из вас. Вот вы лично пробовали протянуть кабель через уже закрепленную гофру на потолке? Скажу свое мнение и видение ситуации. Можно изловчиться и протянуть кабель через гофру, но только на прямых участках, например, на спусках к розеткам, как вот в данном случае, или выключателям. Или вот здесь вот есть вот спуск к розетке. Но если на пути имеется хоть один поворот на 90 градусов, а они бывают всегда, или различные повороты с переходами гофры с одного уровня на другой, вот как в данном случае, тут проход через балку, здесь идет, здесь поворот, снова проход через балку. В таком случае вопрос сменяемости электропроводки сразу отпадает. Кабель при протяжке просто-напросто упрется в кольца гофры на ближайшем повороте, либо гофра от натяжки соскочит с клипс, дюпель хомутов или других крепежных изделий. Ну вот типа вот слетел вот у меня, цеплял светильник и слетела гофра с клипсы. Большинство электриков выполняют монтаж электропроводки чаще всего в гофре. И даже не по причине ее сменяемости. Тут дело в требованиях к применяемым кабелям и проводам. Но об этом в скором времени я еще сниму отдельное видео. Гофра является дополнительной механической защитой, особенно при прокладке кабелей в гипсокартонных стенах по профилям. Лично мне удобнее и проще крепить к потолку гофру, нежели одиночные кабели. Правда, вот затягивать кабель в гофру отнимает некоторое время. Кстати, предпочитаю гофру крепить с помощью клипс соответствующего диаметра. Если же вы хотите сделать электропроводку сменяемой, то существует несколько вариантов. Первое. Жесткие трубы ПВХ. Как вариант, это прокладывать всю электропроводку не в гофре, а в трубах ПВХ с гладкими внутренними стенками, использовав при этом различные аксессуары, повороты, муфты, тройники и тому подобное. В таком случае добиться сменяемости еще как-то можно. Правда, этот вариант будет определенно дороже по стоимости, нежели применение гофры ПВХ. Второй вариант выполнения сменяемой электропроводки – это применение металлических труб, но это удовольствие дорогостоящее и трудоемкое.
и все же больше подходит для монтажа электропроводки в деревянном доме. Третьим вариантом будет, на удивление, применение пластиковой гофры, но при условии, что на каждом повороте трассы будут установлены распределительные коробки для протяжки кабеля. Но боюсь, что далеко не каждый заказчик захочет у себя видеть подобное. Ведь порой трассы бывают настолько разветвленные и извилистые, что весь потолок получится в распределительных коробках. Вот, например. Еще вариант, хоть как-то добиться сменяемости электропроводки, это установка в подвесном потолке ревизионных люков. Но в любом случае их количество будет также зависеть от разветвленности электропроводки. Есть еще один вариант, про который я просто упомяну. Это применение гофры с увеличенным диаметром. Для сменяемости электропроводки можно применить необычную нам гофру диаметром 16 или 20 мм, а использовать гофру диаметром, например, 32 мм. Но так, я думаю, делать не только нецелесообразно, но и глупо. Просто представьте себе, как будет смотреться подобное исполнение. Есть ли нужда и смысл выполнять условия сменяемости электропроводки, если нормативные документы это не запрещают? При грамотном монтаже, правильном выборе сечения жил кабелей и номиналов аппаратов защиты, стационарная проводка может служить долгие годы. На этом, пожалуй, все. Это было мое личное мнение. А вы что думаете по вопросу сменяемости электропроводки? Соблюдаете данное требование у себя на объектах или нет? Свои ответы пишите в комментариях к данному видео. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки электриков». До новых встреч!